честь 30-летия компании дарим вам шоколадочку. Спасибо. Такие, казалось бы, простые сладкие призы – знак внимания покупателям. Важен каждый. У «Мария Ра» сегодня юбилей – 30-летие. Магазины сети расположены в 268 населенных пунктах Западной Сибири. Каждый день их посещают больше миллиона покупателей. Хорошая компания. Спасибо. Всегда все есть, все, что надо, купишь, приобретешь. Дальше развиваться, чтобы все было хорошо. Ну, выпечка, да, вполне устраивает, свежая. Да, ассортимент, в общем-то, большой, даже по сравнению с другими магазинами, ассортимент большой. Все, можно все купить, все, что захочешь. Что бы хотели пожелать? Процветание. Процветание, ну, может быть, еще большего ассортимента. К юбилею компания провела уже 5 розыгрышей. Победителей больше сотни по всей Сибири. Среди призов – телевизоры, холодильники, путевки в детский лагерь «Манжерок», продуктовые корзины и многое другое. Финальный пройдет 8 марта. Там разыграют 30 тысяч карт на покупки в магазинах сети «Мария Ра». Традиции всегда. Вот компания старалась, я говорю, порадовать всех своих, будем говорить, клиентов, своих партнеров, вот, и благодарить их за то, что они есть, за то, что они с нами. Вот не было бы их, и не было бы нашего 30-летнего юбилея. «Мария Ра» не только миллионы покупателей, но и большая команда, в которой почти 20 тысяч сотрудников. Я работаю здесь, в этом коллективе, 7 лет. И мне очень нравится, у нас очень дружный коллектив, сплоченный. Веселые, всегда друг за друга. Мне нравится компания «Мария Ра». Здесь хороший коллектив. Мне нравится, и что я могу совмещать учебу. Здесь гибкий график, всегда подстроиться. Нравится сфера торговли. «Мария Ра» на протяжении 30 лет пропагандирует здоровый образ жизни. И это неспроста. Основатель сети, предприниматель Александр Ракшин, в прошлом учитель физической культуры Барнаульской школы номер 64. И чаще всего от него можно услышать пожелания многих вам километров. Поэтому сегодня в «Мария Ра» с радостью встречают каждого на трассе здоровья в зимний сезон. Кстати, в этом лыжню посетили больше 300 тысяч любителей активного образа жизни. Лучшим подарком для компании «Мария Ра», если вы придете 5 марта, преодолеете 30 километров, неважно за сколько там, гарантированно буду с блинами вас дожидаться до самого финиша, пока не придете. За всю историю своего существования «Мария Ра» на массовых праздниках здоровья с партнерами разыграли больше 1000 пар лыж, еще больше палочек для скандинавской ходьбы, несколько автомобилей и даже квартир. Сувениры и угощения стали вовсе традиционными. 5 марта «Мария Ра» ждет на юбилейном марафоне. Старт в 9 утра на трассе здоровья. Для участников на финише подготовили памятные медали, фирменные сувениры от организаторов, подарки от партнеров, а также напитки и сладости. «Мария Ра» приглашает всех. Отпразднуем юбилей в движении вместе. Алина Пенигина, Дмитрий Козерлыга. Новости.